Ученые обнаружили на курорте 10 наиболее опасных видов вредителей. Из-за них под угрозой самшит, пальмы, эвкалипт, белая акация и другие растения. Насекомых завезли в Сочи вместе с посадочным материалом. Сейчас главная задача – обследовать все насаждения. Этим займутся руководители предприятий и санаториев города вместе со специалистами Института цветоводства и субтропических культур. После мониторинга растения на территориях всех здравниц, а также городских парков и скверов ждет химическая обработка. Муниципальные органы власти при неисполнении или хозяйствующими субъектами, или же другими, значит, организациями, которые владеют этими растениями, обращаться в суд о привлечении данных, значит, данных руководителей к уголовной ответственности. Состояние лесных и парковых насаждений будет оценивать специально созданная рабочая группа под особым контролем самшит. Из-за огневки уже пострадали около 180 гектаров деревьев в Кавказском биосферном заповеднике. Вредитель поразил и растения в Сочинском национальном парке. Вид очень агрессивный. Биология этого вида для Сочинского Причерноморья не изучена. Как дальше он себя поведет, тоже никто не знает. До недавнего времени буквально мы были уверены, что раньше марта месяца никаких движений по этому паразиту не будет. Но оказалось, что в феврале месяце стали вылупляться гусеницы из яиц. Бороться с вредителями мешало и действующее законодательство. На территории нацпарка запрещено использовать химические и биологические вещества. Однако из-за массовой гибели реликтового леса Министерство природных ресурсов все же одобрило биологический метод борьбы. 5 марта пройдет электронный аукцион, и станет понятно, кто займется этой работой. Затем на территории национального парка распространят паразитов, которые должны уничтожить куколок самшитовой огневки. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.